Поклонников всегда интересовал вопрос, чем занимаются звезды, когда у них нет съемок. Сегодня мы расскажем вам о самых необычных хобби знаменитостей. Режиссер Квентин Тарантино увлекается коллекционированием старинных настольных игр. Среди любимых Тарантино отметил «Рассвет мертвецов» и «Вселенную». Поэтому, если у вас дома завалялись старые игрушки, вы вполне можете попробовать продать их знаменитому режиссеру. Риз Уизерспун испытывает страстную любовь к сложной старинной вышивке. Другой страстью актрисы является сбор одноразовой пластиковой посуды определенного бренда. Брэд Питт собирает уникальные кованые изделия. Кроме того, актер коллекционирует предметы искусства. Однажды он приобрел произведение немецкого художника Нео Рауха за $1 000 000. Мало кто знает, что Сильвестр Сталлоне занимается живописью с подросткового возраста. Он даже прошел обучение в Швейцарии, но рисовал исключительно для себя. А в 2013 году актер представил на суд общественности несколько своих работ. Брутальный Том Хэнкс коллекционирует портативные печатные машинки начала 20 века. Такое хобби зародилось в детстве, ведь Хэнкс мечтал стать писателем. Когда Николь Кидман не занята на съемках, она предпочитает играть в видеоигры Nintendo. Другой ее страстью является сбор старинных монет. Вы наверняка думаете, что всю юность Вин Дизель провел в качалке. Однако актер является одним из самых больших поклонников игры «Подземелья и драконы». Он играет в нее с 1970 года, а имя персонажа Дизеля в игровом мире Мелькор даже вытатуировано на теле актера. Главным увлечением Леонардо Ди Каприо было долгое время коллекционирование игрушечных фигурок с героями фильмов и игр. Актер стремительно собрал один из крупнейших мировых наборов героев «Звездных войн». Еще один фанат героев — Николас Кейдж. Его коллекция, посвященная Супермену, является одной из самых крупных и дорогих в мире. Актер даже назвал своего сына Кал-Элом в честь Супермена. Сколько угодно может молодиться Лиам Нисон в своих фильмах, но годы берут свое. Вот и хобби у актера вполне стариковское — он обожает рыбалку. Бен Стиллер является не просто фанатом «Звездного пути», он активный участник различных сходок, ивентов и мероприятий поклонников фантастической франшизы. Но пока мечта актера сыграть в одном из фильмов вселенной «Стартрека» не сбылась. Соучредитель компании Apple Стив Возняк любит играть в сегвей поло. Он даже принимает участие в чемпионатах мира по этому виду спорта. Сооснователь поисковой системы Google Сергей Брин увлекается воздушной акробатикой на трапеции. В 2009 году Брин полностью изучил продвинутый курс по трапеции в Нью-Йоркском цирке. Звезда трансформеров Меган Фокс признается в своей любви к Толкину. Под чужим именем актриса активно участвует в дискуссиях на фанатских сайтах, посвященных «Властелину колец» и «Хоббиту». А ведь красотка Меган могла бы стать неплохой эльфийкой. Один из самых богатых жителей Великобритании Ричард Брэнсон не представляет свою жизнь без кайтсерфинга и сексапильных девушек. А какими хобби увлекаетесь вы? Напишите в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.